Мать говорит Христу: «Ты мой сын или мой Бог? Ты прибит к кресту. Как я пойду домой? Как ступлю на порог, не поняв, не решив, ты мой сын или Бог? То есть мертв или жив?» Он говорит в ответ: «Мертвый или живой, разницы жена нет. Сын или Бог, я твой».